Единороссы Татарстана обсудили предвыборную кампанию и предстоящие задачи. Более 1000 партийцев из районов и городов республики приняли участие в расширенной конференции в Казани. Президент Рустам Миннеханов заявил, команда Татарстана должна быть представлена в Госдуме России как наиболее влиятельная и представительная. Какие задачи планируют решать кандидаты в депутаты от «Единой России», услышала Полина Кострицкая. Татарстану есть чем поделиться, и речь об уникальном опыте. Самый инвестиционно привлекательный регион, лидер в инновациях, эффективных решениях в экономике и социальной сфере. Задача команды Татарстана в Госдуме России – транслировать опыт республики на федеральном уровне. Кстати, при составлении избирательной программы единороссов были учтены многие предложения от Татарстана. Очень важно, чтобы мы полностью сохранили все социальные обязательства. Сегодня реализуется более 30 программ, многие из них уникальны. Развивается социальная ипотека, активно строятся сельские клубы, спортивные объекты, фельдшерские, акушерские и ветеринарные пункты. Решаются вопросы обеспечения питьевой водой. Реализуется комплекс мер по поддержке фермерских хозяйств и подворий. На расширенной конференции в Казани единороссы республики обсудили предвыборную кампанию и конкретные задачи. В команде кандидатов у каждого свой участок работы. Так, депутат Госдумы нынешнего созыва Айрат Хайрулин выступает в защиту интересов сельчан и развития сельского хозяйства. Чем больше государство поддерживает сельское хозяйство, тем на самом деле лучше для горожан. Потому что продовольствие будет больше, оно будет более качественное и оно будет более доступное по низким ценам. Принятая в Москве программа «Единой России» будет адаптироваться к каждому округу. Развитие экономики, импортозамещение, здравоохранение. Немало внимания планируют уделить и развитию малого и среднего бизнеса. 25% – это примерно доля малого и среднего бизнеса. Президент ставит нам задачу, чтобы эта доля была доведена до 35%. За счет чего? За счет инфраструктурных проектов. За счет того, чтобы малый бизнес работал там, в том числе там, где есть монополии на субподрядах. В том числе там, где есть строительство новых объектов. Как отметил председатель Госсовета Татарстана Фарид Мухаметшин, предвыборную кампанию единороссы построят по принципу «от двери к двери». Личные встречи, наказы от населения и отчеты о проделанной работе. Голосовать будут за конкретных людей. Старт избирательной кампании в республике дан. Мы постараемся также открыто, гласно и уверенно провести эту избирательную кампанию. Конечно, как и любая политическая партия, ставим перед собой получение максимальной поддержки избирателями нашей программы, наших действий, слаженной, согласованной работы всех ветвей власти в Республике Татарстан, которые приносят сегодня свои положительные, поддержанным населением результаты. Единороссы Татарстана планируют увеличить свое представительство в Госдуме России. Напомним, сегодня в Нижней палате парламента 13 представителей регионального отделения. А по решению недавнего партийного съезда в Москве, в этом году в избирательной кампании примут участие 20 кандидатов от Татарстана, в том числе 6 одномандатников. Напомним, возглавил региональный список «Единой России» президент республики Рустам Миннеханов. Полина Кострицкая, Арат Мухамедзянов, новости Татарстана.